В скором времени район Академический в Екатеринбурге заиграет новыми красками. Там планируется строительство Преображенского парка, который будет расположен на берегах реки Патрушиха. Пока проект парка только в разработке, но уже сейчас известно, что на его территории разместится храм, строительство которого уже идет, а также пруд и развлекательная зона. Сегодня совет архитекторов, в который входят как уральские, так и зарубежные специалисты, обсудил эскизы парка и нового микрорайона в Академическом, строительство которого начнется уже в 2013 году. Что касается Преображенского парка, храм там уже строится. По реке Патрушихе берегоукрепительные работы тоже все проведены. Поэтому это вот не задача отдаленного будущего, а то, что происходит.